Всем привет! Сегодня у нас на обзоре телефон Nokia 5310. Кажется, на 5310 точно. Идет вот такой коробочки нокиевской. Внутреннее содержимое телефона Manual. USB кабель. Micro-USB. Наушники нокиевские. И зарядка Nokia с тоненьким штыком. Есть еще диск. Ой, что здесь? Так, ну, в общем, сам телефон. Вот он. Так, что тут у нас? Снять блок. Так, а вот. Так, а. Вот так. Сейчас проверим данный телефон. Шапочка. Ну так, смотрим, что тут у нас. 10-10-10 прошивка, 23-2009 года модель, версия прошивки RM 303. Так, язык. Угу. Все, локализация F. Угу. Ну, собственно, все, это модель Nokia 5310 Express Music, это музыкальный аппарат, такой себе. Мини-динамик, кстати, очень громкий. Вот. Камеру не проверял. Думаю, что есть смысл проверить. Ну, по-моему, то ли 1.3, то ли 2 мегапикселя камера. Вот. Такие у нас кнопочки управления плеером. Так, сейчас можно, в принципе, звук проверить, попробовать. Ну, где тут? Медиа. Камера. Проигрыватель. Музыка для проигрывания. Так, музыки нету. Музыки нету. Может быть, есть в профилях что-нибудь. Ну-ка. Угу. Решим. Так сказать. Обычный. Конфигурация. Nokia Tune. Громкость. Так. Так, как же звук проверяется? Видео, громкость, стандартный сигнал. Угу. Сигнал вызова, вот и сигнал. Кто-то пойдет. Звук, кстати, качественный. Хороший. Угу. Так, ну, собственно, все. Спасибо. Всем до свидания.